задачу СПО. Привет всем, друзья! Совсем недавно ездил в Коробицыно, чтобы протестить несколько новых досочек. И по многочисленным просьбам решил записать маленький пробный видосик одного относительно простого трюка, который я буквально вот сам первый или второй раз попробовал во флете. В сущности, это просто комбинация двух простых трюков. Nose Roll 180 плюс Backside 360 из свеча. Вот, в общем-то, краткая инструкция, как его делать. Отпишитесь, если получится повторить. Пока мы здесь и пока есть силы, хочу, чтобы вы попробовали эту связку сначала без сноуборда. Уводите корпус назад, делаете размах и плечами тоже немножко здесь помогаете. Раз. Обязательно поджимаете заднюю ногу. Готово. Ну вот, просто встегнитесь в свою досочку и постарайтесь прочухать несколько важных моментов. Первый момент. Любой трюк делается с размаха. Соответственно, вы должны перенести корпус на дальнюю от толчковой ноги сторону. И входим в дугу, в легкую дугу, чтобы у вас всегда был упор под пяточками. И в момент выполнения дуги вы целитесь центром тяжести своего тела в задний кант носовой части вашей доски. Как только доска оторвется, вам нужно обязательно тянуть заднюю ногу на себя, чтобы она поднялась как можно выше. От этого зависит стиль всего трюка. Раз, два, три. И вот в момент, когда вы приземляете первую половину трюка, вам необходимо оставить корпус в середине, а еще лучше на задней ноге, чтобы у вас был размах для второй половины вашего нового трюка. В общем, тогда вам хватит импульса, чтобы из своего 180 ролла сделать дополнительно еще switch backside 3. Ну, давайте посмотрим, как это может выглядеть. Уходим на заднюю ногу. Раз, два, три. И докручиваем уже до конца. На склоне это будет сделать несколько проще, чем стоя. Показываю еще раз. Итак, находим. Чик, чик, пук. Все, трюк готов. Пока.